конце февраля мы отправились на восток Нижегородской области, в поселок Кузьмияр, который находится в Заволжских лесах. Поход ожидался быть простеньким. За 4 дня нам надо преодолеть около 30 километров лесных троп и дорог. При этом посетить два озера – Кривое и Линёво. Да не просто посетить и осмотреть их в зимний период времени, а еще и порыбачить, половить из-под льда трофейных окуней и, возможно, щуп. На этих озерах я уже был, но не зимой. Поэтому этот поход будет интересен не только для второго участника, Андрея, но и для меня. Поход у нас лыжный. Пойдем мы на широких охотничьих лыжах. И мы не знаем, будет ли накатанная дорога в сторону озера. Ведь снега в этом году полно. Причем на озеро Кривое мы пойдем по второстепенной дороге. Там, где еще я не ходил. Километраж до озера небольшой. Надо преодолеть около 12 километров лесной дороги. Подошли к месту старта. Здесь мы обнаружили, что накатной дороги с этой стороны точно нет. Ну что ж, нас ожидает настоящий зимний поход. Придется тропить. Перепаковываем вещи, снаряжаем сани и одеваем лыжи. Видно, что снега действительно полно, и что самое ужасное, нас-то нет совсем. На улице около нуля. Радость от начала похода была недолгой. Буквально через 50 метров от старта на одной из моих лыж вылетела фанерка, которая держит крепление. И вылетела она от нагрузки при тропежке. Как я уже говорил, снега навалом, и тропежка глубокая, около 40 сантиметров. Забегая вперед, могу сказать, что именно глубокий снег и отсутствие наста намного замедлили наш ход. Вследствие чего цели и задачи на этот поход пришлось немного менять и редактировать. Закончив с ремонтом, продолжаем идти на озеро Кривое. Зимний безмолвный лес, окутанный огромным снежным массивом, растерявший чудесные лесные запахи и часть своих обитателей, продолжает нам устраивать препятствия в виде сломанных и оторванных фанерок. Постоянно ремонтируемся, при этом практически никуда не двигаемся. Тропежка дается с трудом, основная надежда остается на какую-нибудь лыжню или накатанную дорогу. От Кузьмияра мы отошли на 2 с небольшим километра, и к нашему счастью, справа от нас появилась немного накатанная и утрамбованная дорога. Похоже, не так давно здесь ездили на какой-то технике. Здесь мы останавливаемся на небольшой перерыв. Пройденный участок немного отнял наши силы. Мы явно не были готовы к такой тропежке. Несколько минут отдыхаем, пьем горячий чай с шоколадом и готовимся к дальнейшему движению. Идти по настовой дороге намного лучше. Тропежка минимальна, скорость выросла в несколько раз. Двигаемся в основном по сосновому лесу, горельника пока что не видно. Справа от нас начинается какое-то небольшое болото. Дорога петляет, обходя болотистые участки по краю леса. Но без происшествий не обходится. Это уже четвертая поломка буквально за 2 километра лесной дороги. Быстрый ремонт и в путь. Если так пойдет и дальше, придется эту фанерку обвязывать веревкой. Но пока обойдемся без этого. Озеро Кривое и поселок Кузьмияр по прямой разделяют около 10 километров. Соответственно, по лесной дороге это расстояние будет немного больше. Продолжаем углубляться в Кузьмиярские леса, в край озер и болот. Скорость нашего движения понемногу нормализуется. В зимнем походе есть ряд преимуществ, которыми необходимо пользоваться. Во-первых, зимой можно и нужно пользоваться санями, тем самым по максимуму разгружая рюкзак. Но здесь есть некоторые нюансы, про которые надо сказать. Размер саней и выпирающих из них вещей не должен превышать ширины лыж, иначе при глубокой тропежке санки все время будут застревать и поход превратится в муку. Этой проблемы нет совсем, если есть хороший наст. Также не рекомендуется сильно нагружать санки по высоте, иначе возможны частые опрокидывания и перевертывания саней, что тоже скорости не добавит. Второе преимущество – это полное отсутствие гнуса и жаркой погоды, ведь, как известно, в жару двигаться очень тяжело. Третьим преимуществом я бы назвал выпрямление дорог.
Зимой при хорошем насте можно двигаться куда угодно. Завалы и болота останутся глубоко под снегом. Местность, по которой двигаемся, становится ровной, как асфальт. Сюда же можно добавить, что зимой вода находится практически везде. Не надо искать никаких ручьев и незамерзших речек. Достаточно просто растопить снег. Да, это займет некоторое время, но у вас будет чистая вода. Но не все так гладко. Если зимой нет наста, а снега очень много, то поход будет очень тяжелый. Зимой возможны очень холодные ночевки, и к ним надо быть готовым. Вдобавок к этому, в это время года лес практически не пахнет, нет приятных хвойных ароматов, да и встретить зверя в лесу несколько сложнее, чем летом или весной. Постепенно начинает темнеть, короткий световой день вносит свои коррективы. Прошли мы за сегодня только половину запланированного пути, да и то благодаря настовой дороге. Дошли до лесной развилки, где мы увидели, что хорошая дорога идет не в ту сторону, а дорога, которая нужна нам, покрыта полметровым слоем снега без наста. Сегодня мы явно до озера не дойдем. Останавливаемся на небольшой обед, варим гречку и пьем чай. И еще надеемся сколько-нибудь пройти, пока совсем не стемнело. В темноте двигаться совсем не хочется. После обеда мы продолжаем движение. Идти стало совсем невозможно. Темнота окутала эти места. От развилки, где мы обедали, нам удалось пройти от силы полкилометра. Тропежка выматывает, лыжи очень глубоко уходят под снег, а санки часто переворачиваются и тормозят наше движение. Да и в полной темноте двигаться не хочется. Перебираем варианты, думаем, как лучше двигаться. Решаем оставить вещи и на несколько сот метров проложить лыжню, чтобы затем с рюкзаками и санями двигаться быстрее. Но такой вариант отнимает много времени, хотя немного упрощает наше движение. В общем, в какой-то момент, примерно на половине пути до озера, начинаем ставить лагерь и расчищать снег. Планы наши уже меняются. Думаем, что на озеро Ленево, скорее всего, не зайдем. Теперь самое главное дойти до озера Кривое. Легкий, несложный лесной поход превратился в неплохое испытание. Приходится постоянно тропить минимальной скоростью. Ставим лагерь прямо на дороге. Снега полно, пришлось неслабо поработать лопатой. После установки лагеря, перед сном начинаем варить суп. Надо набраться сил перед завтрашним тяжелым днем. Костер не разводили, все сделали на газу, в том числе и чай. Долгая зимняя ночь уже наступила, а значит и нам пора набираться сил и ложиться спать. Только около 11 утра мы проснулись, сказывается вчерашний трудный переход. А ведь прошли мы только около половины пути до озера Кривое. Из-за огромного количества снега поход получается очень сложный. Наконец-то можно осмотреть то место, где мы ночевали. Ничего интересного здесь нет. Обычный камско-бакалдинский пейзаж, болото и горельник. Хотя завалов не видно. И это не потому, что их здесь нет, просто они скрыты под полметровым слоем снега. Вылазить зимой из палатки, мягко говоря, совсем не хочется. Холод, сырые ботинки, огромное количество снега совсем не придают оптимизма. Но надо двигаться дальше к поставленной цели. Из-за позднего сегодняшнего подъема мы явно до озера не дойдем. Насчет костра даже не думаем. Искать сырые дрова под толстым слоем снега сейчас точно не вариант. И в таких случаях отлично выручает газовая горелка. Главные минусы зимы – это короткий световой день, обилие снега и хмурая пасмурная погода. При оттепелях иногда бывает дождь. На газу делаем чай и рис и начинаем обедать. Время уже перевалило за час дня, световой день в самом разгаре.
После обеда сворачиваем лагерь, упаковываем палатку, собираем рюкзаки и готовимся к новому походному дню. Двигаться сегодня будем немного по-другому. В скорости мы точно не выиграем, зато, возможно, немного сэкономим силы. Даже не так. Силы в основном сэкономлю сегодня я, так как буду ходить в две ходки с вещами. Сани использовать не буду. А вот Андрею придется сегодня попотеть, ведь он будет прокладывать нам дорогу. До озера Кривое, отсюда около 6 километров по лесной дороге. И по такому снегу 6 километров – это примерно 12 часов тропежки. Наша средняя скорость – полкилометра в час. Только твердый наст может улучшить наше положение, но заморозков не было. Погода теплая, поэтому двигаться быстро мы никак не сможем. Пока Андрей тропит, я иду за ним вторым номером. Это намного легче. Здесь мы двигаемся около болот. Кругом завалы и горельник. Пробив тропу на несколько сот метров, я прощаюсь с Андреем и иду назад за основным рюкзаком. По накатанной лыжне идти одно удовольствие, скорость несоизмеримо выше. Забрав рюкзак и перевязав фанерку от крепления прочной веревкой, продолжаю путь по следам Андрея. Надо сказать, что двигается он весьма неплохо и даже быстро для таких условий. Пейзаж здесь в основном березово-сосновый, других деревьев практически нет, ну разве что иногда елочки встречаются. Одинокая лыжня тянется змейкой, петляя из стороны в сторону, следуя по дороге. И через несколько минут я нагоняю Андрея. Итого за 2 часа хода мы прошли 1 километр. Из-за позднего сегодняшнего выхода мы опять не дойдем до озера. Двигаться в темноте не хочется, поэтому, когда стемнеет, мы остановимся на стоянку. После небольшого отдыха и чаепития Андрей продолжает нелегкий путь вперед, но я возвращаюсь назад за оставшимися вещами. Можно даже сказать, мчусь по накатанной дороге. Увидимся мы не раньше, чем через час, но это время пролетит быстро. В нашей ситуации расслабляться совсем нельзя. Быстро съездив за рюкзаком, я продолжаю двигаться по новой свежей лыжне. Постепенно начинает темнеть. Камско-Бакалдинский болотный массив погружается в пучину мрака и тьмы. Короткий зимний день опять нас останавливает, не давая дойти до озера через огромные снежные просторы. И вскоре вдали я замечаю знакомый силуэт Андрея с ярким чехлом от рюкзака. Протропив еще несколько сот метров, решаем останавливаться на стоянку. Прошли мы за 4 часа всего лишь 2 километра. Завтра нас будет ожидать ранний подъем, и нам при любом раскладе надо выходить к озеру. Быстро ставим палатку и начинаем обживать лагерь. Приготовление вечернего ужина происходит сегодня на костре. Туристический суп харчо уже сумел стать нашим традиционным блюдом. Основные ингредиенты просты и понятны. Это картошка, морковь, лук, пакетированная суповая начинка и под конец вермишель. Не знаю, как так получается, но суп этот по-настоящему вкусный. Возможно, запах костра придает ему свой аромат. Но в любом случае, котелок супа уходит на ура. Рецепт супа очень прост. В кипящую и немного подсоленную воду кладем картошку, лук и морковь. Несколько минут варим, после чего закидываем содержимое супового пакетика. Теперь наш суп обретает вкусный аромат. Все это дело помешиваем и варим до тех пор, пока не сварится картошка и морковь.
Под конец готовки, буквально за 3-4 минуты до конца, в суп можно добавить пару горстей вермишели для наваристости. Наконец-то суп готов. Переливаем его в тарелки и ужинаем. Ходовой день сегодня получился не самый большой, но в этом виноваты только мы. Поев горячего супа, мы завариваем термоса с чаем. Второй ходовой день подходит к концу. Пора ложиться спать. Сегодня ранний подъем. В 5 утра я вылез из палатки. На улице темно, но надо заниматься хозяйственными делами. Развожу костер и делаю вермишель. В это время Андрей начал собирать вещи. Нам главное как можно раньше покинуть эту стоянку. Сегодня точно надо дойти до озера. Завтракаем и пьем горячий чай. Потом складываем оставшиеся вещи по рюкзакам и в 8 утра покидаем это место. До озера осталось несколько километров. Если все пойдет как надо, то под вечер мы туда придем. Зимний лыжный поход – это очень непростой вид туризма, и в этом мы убеждаемся все сильнее. Вообще, изначально планировав этот маршрут, не было данных о состоянии этой дороги. То есть, даже был возможен вариант, что мы пойдем по накатанной дороге. Но настораживало одно. Все-таки это не основная дорога, а второстепенная. И надеяться на нее, как на хорошо проезжаемую, было бы слегка опрометчиво. А вот выходить с озера и двигаться к цивилизации мы хотели именно по основной лесной дороге, которая проходит с юга. Но про ее состояние тоже ничего известно не было. Именно в таких, чисто лыжных походах я еще не был, так же как и Андрей. Обычно зимой мы шли по накатной дороге, и проблем вообще никаких не было. Хотя лыжи с собой мы брали, и кое-где немного их использовали. Сейчас мы двигаемся средь обширных болот. Справа по ходу нашего движения находится болото Маслинское, а слева болото с интересным названием – Лапушки. Это по-настоящему большие и обширные болота. И как раз между ними проходит эта дорога. Вообще, эта территория называется Камско-Бакалдинская группа болот. Она тянется по левому берегу Волги, от низовьев реки Керженец до устья речки Сура. Болота представляют собой торфяники, водораздельно склонового и склонового залегания, образовавшиеся в результате заболачиваний древних русел рек и озер. Торфяники имеют сложную конфигурацию, соединяются между собой и образуют непрерывную цепь болот. Система Камско-Бакалдинских болот – это крупнейший в бассейне реки Волга, сохранившийся в естественном состоянии массив верховых, переходных и низинных болот. Эта группа болот включена в список ценных водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции, являясь крупнейшим болотно-торфяным массивом в Европе, южнее Северной тайги. Говоря про эти места, нельзя не упомянуть, что они были очень богаты торфом. Недаром в 70-х годах прошлого века здесь началась выработка торфяных угодий. Была проложена узкоколейная железная дорога, которая соединяла поселок Кузьмияр со станцией Ситники и была длиной 104 километра. Но об этом поподробнее я расскажу в другой раз, ведь в один из походов мы пойдем именно по ней. Ну а мы тем временем уже прошли какое-то расстояние. Погода пока что не радует. То небольшой град, то дождь. Зимы не чувствуется, если не считать глубокого снега. Иногда останавливаемся на небольшие перерывы. Пьем чай с шоколадом, отдыхаем, любуемся Нижегородским лесом. До озера осталось около 1,5 километра тропежки. Вроде бы немного, но по факту это расстояние мы пройдем часа за 2, а может и больше. Постепенно подбираемся к озеру. В некоторых местах даже начал появляться наст, особенно на открытых участках, где ветер передувает снег и делает его плотнее.
Ландшафт местности тоже иногда меняется. Появляются вот такие интересные и, что самое важное, настовые холмики, хотя все равно кругом болото. Сейчас уже очевидно, что никакой рыбалки на озере у нас не будет. А ведь завтра нам придется отсюда выбираться. И мы еще не знаем, где пойдем. Здесь уже по готовой нами лыжне, либо по главной лесной дороге, которая находится с южной стороны озера. Вот так, простенький небольшой лесной поход превратился в настоящее испытание с обилием снега и глубокой тропешкой. До озера остаются считанные метры. Впереди уже показался вагончик от лесной бытовки, и он как раз стоит рядом с берегом озера. 4 часа вечера мы наконец-то подошли на озеро Кривое. Вот оно находится за мной, здесь же находится избушечка. Дорога была до сюда очень тяжелая, в некоторых местах, правда, таких мест было немного, но было настово. Примерно, может, метров 100 или 150 в сумме мы по насту прошли, но в основном была очень такая глубокая тропешка, сантиметров 30-40. Сейчас мы на берегу озера попьем чайку и отправимся на противоположный берег этого озера, где проходит другая дорога. Мы посмотрим, есть ли там дорога, если ее нету, то мы возвращаемся сюда и завтра пойдем по этой нашей лыжне назад в Кузьмияр. А если там дорога есть, то завтра мы по той дороге уже будем выходить тоже в Кузьмияр. В общем, посмотрим. Сейчас немножечко передохнем и пойдем дальше. Мы на озере. Даже не верится, что шли мы сюда 3 дня. Фактическое расстояние до сюда около 12 километров. Но это были по-настоящему трудные и долгие переходы с изматывающей тропешкой, где отдыхать не было вообще никакой возможности. На берегу озера стоит небольшой домик на колесах, возможно, лесозаготовителей или рыбаков, и там должна быть печка. Но предназначен ли он для зимы, это останется загадкой. Начинаем двигаться по озеру. Форма озера Кривого весьма интересна и даже уникальна. Она напоминает русскую букву «С». Сейчас мы находимся в восточной части этого водоема, а наш путь лежит в его самую южную часть, и как раз там проходит дорога. Выйдя на открытое пространство, сразу чувствуется ветер. После лесной зоны с абсолютной тишиной это немного непривычно. Приходится быстрее двигаться и меньше останавливаться по всяким мелочам. Уже радует то, что мы сюда дошли, хотя бы минимальная цель достигнута. Кстати, здесь на озере видны гнезда больших хищных птиц, скопы и, возможно, орланы белохвосты. Вот двигаемся по озеру, тропёшка тут минимальная, сантиметров 5, наверное. И это правда, после лесной зоны тропёшка здесь совсем не ощущается. Двигаемся рядом с берегом, по восточной стороне озера. Насчет ветра я уже говорил, он появился, в связи с этим здесь стало намного холоднее. Скорее всего, температура опускается. Возможно, ночка будет холодной. Ну и в подтверждение моих слов, неожиданно появилось солнце, которое уходило на закат. Невероятное по красоте зрелище розово-красного цвета озарило всю округу озера. Это означает только одно – ночка будет очень морозной. С одной стороны, это хорошо. Возможно, появится наст. И двигаться завтра будет очень легко. С другой стороны, нам совсем не хочется мерзнуть, но мы готовы ко всему. Дорога проходит буквально в 100 метрах от озера. Выходим на нее и видим, что есть колея, то есть здесь когда-то ездили. Поэтому завтра выходить будем именно по этой дороге. Рядом с озером и дорогой находится скамейка со столиком, и именно там мы поставим наш лагерь. Здесь будет наша ночевка. И отсюда завтра по этой дороге будем выходить. Пойдем рядом с озером Ленево. Не знаю, наверное, вряд ли на него заскочим. Ну, посмотрим. В зависимости от того, с какой скоростью будем идти. Ну, сейчас будем тут ставить лагерь, обживать это место, готовить еду. Ну и потом отбой. Задача на вечер проста и понятна каждому путнику.
Обустройство лагеря является неотъемлемой частью туристической жизни. Для начала мы расчищаем снег, а потом его утрамбовываем. Ставим палатку и разводим костер. В этом месте было как раз очень много сухих дров. Сразу завариваем на завтра 2 термоса с чаем, после чего варим гречку. Плотный, сытный ужин пролетел незаметно. Выпив по кружке горячего чая, мы ложимся спать. На дворе 26 февраля, то есть сегодня уже 4-й походный день. Проснулись в 7 утра. На улице подморозило до минус 8, и это очень хорошо, так как образовалась твердая ледяная корка – наст. Именно его нам не хватало в предыдущие дни. Окончательно определяемся с маршрутом. Идем по южной дороге близ озера Ленёва, то есть как планировали изначально. С утра ничего не готовим. Решили перекусить по дороге чаем и вяленым мясом. К 8:40 доделываем все дела и выдвигаемся в путь. Наш первый ближайший ориентир на сегодня – это речка Большая Маза, которая вытекает из озера Кривое и является небольшим притоком Волги. Двигаться здесь сейчас одно удовольствие. За ночь ситуация изменилась кардинально. Мы не только не проваливаемся на дороге, но теперь нам и болота не страшны, тропешки нет совсем. Образовался хороший наст. Двигаемся очень быстро. Прошли речку Большая Маза. Шли всего, наверное, минут 10 примерно от стоянки. Ну, 15 может. Пока пофотографировались. В общем, мы особо не торопились. Сейчас будем продолжать путь по этой дороге. Тут когда-то ездили. Ну, может, месяц назад, может, чуть поменьше. В общем, видно, что тут движение какое-то было совсем недавно. Ну и вот образовался наст. Придется вообще отлично. Практически сразу от речки Большая Маза начинается большое болото – Лапушки, которое тянется несколько километров слева по ходу нашего движения. На нашем пути иногда встречаются препятствия, чтобы мы не расслаблялись. Последний день похода по-настоящему нас радует красивыми болотными пейзажами и ярким, практически весенним солнцем. Мы двигаемся дальше, все удаляясь от озера. Немного обидно, что такой погоды не было в начале маршрута. Ведь при таком раскладе мы бы не только не уставали, но еще бы и порыбачили. И сумели бы по-настоящему насладиться красотой двух озер этой местности. Все-таки зимний лыжный поход – это нечто иное по сравнению с пешим туризмом. Совсем другие виды, погода, способы преодоления дистанции. Здесь не все зависит от тебя. Стихия сама будет преподносить тебе разные препятствия. Возможно, это и хорошо, но в меру. И это не только сейчас. Ведь весной здесь могли быть огромные лужи, а летом надоедливый гнус. Спуск с небольшой горки на лыжах можно считать мимолетным развлечением. Таких мест на самом деле очень мало. Южная дорога, по которой сейчас мы двигаемся, имеет интересный ландшафт. Тут встречаются небольшие перепады высот в виде холмиков, которые чередуются с прямыми болотными участками. Короткий спуск, и я продолжаю дальнейшее движение. Кстати, именно сейчас, в настовую погоду, когда тропешки нет совсем, очень удобно пользоваться санями, при этом разгружая спину. Как раз для такой погоды сани и были взяты. Иногда останавливаемся на небольшие перерывы, пьем чай, едим вяленое мясо и отдыхаем. Постепенно подходим к озеру Ленёва. Оно находится примерно в километре от дороги. В
некоторых местах подход к нему затруднен поваленными горелыми деревьями, а также болотом. Но эти препятствия актуальны только когда нет снега. Сейчас все должно быть по-другому. Хоть двигаемся мы довольно быстро, но на посещение этого водоема у нас совсем нет времени. Поэтому это озеро мы оставим на другой раз. До асфальтовой дороги остается около 4 километров пути. Там закончится лыжная часть похода. Потихоньку можно подводить итоги. Поход получился сложный и непредсказуемый. До озера мы пробирались 3 дня. Нереально глубокая тропешка отнимала все силы. Очень часто вылетало лыжное крепление, которое приходилось чинить. Самое забавное, что идти до озера Кривое всего-то около 4 часов. Правда, это в бесснежный период. Обидно, что там не удалось порыбачить. А ведь ловля окуней и, возможно, щук могла бы неплохо разнообразить наш поход. Последний привал в походе. Несколько минут отдыха с горячим чаем восстановит наши силы перед заключительным рывком. А вот дальше случилось то, что мы совсем не ожидали увидеть. Выйдя на развилку, мы попали на изуродованную дорогу. Похоже, не так давно здесь ездил трактор. Сразу появились трудности. Хорошо, что держит нас, и можно идти по обочине. Но это не везде. В некоторых местах обочина крутая, и двигаться там не получается. Поэтому приходится идти по колее. Там, где она более-менее ровная, все нормально. Но на некоторых участках колея кривая или убитая. Сани переворачиваются, двигаться по-нормальному невозможно. С таких мест надо сразу сворачивать и уходить вглубь леса. Двигаемся по горелому участку. Когда снег растает, здесь будут бесконечные завалы и болота. А сейчас красота. Все поваленные деревья находятся под толстым слоем снега. И если бы сейчас не было наста, мы бы вряд ли здесь прошли. Мы бы тонули в снегу, как в первые 3 дня похода. Углубляемся дальше в лес, в горелые печальные просторы. Проходим над большими завалами. И постепенно выходим в весьма интересное место. Это заболоченный горелый участок, где живых стоящих деревьев нет. Все повалено, из-под снега торчат только корневища. Здешний вид немного отдаленно напоминает пейзаж какого-нибудь горного ледника. Двигаться тут немного труднее, в основном из-за деревьев. Вскоре мы опять выходим к дороге и продолжаем путь по ней, либо сбоку от нее. Остается пройти около 1 километра, и лыжный поход закончится. На горизонте уже показался густой лес. Как раз там проходит главная асфальтовая дорога. Выбираемся из колеи и двигаемся по горелому лесу. От озера до сюда 12,5 километров, и это расстояние мы прошли довольно-таки быстро. В принципе, поход получился неплохой, но сложный из-за глубокой тропешки. Если бы мы поход начали сегодня и в последующие дни простояла бы такая же погода, то результат похода был бы немного другим. Вот и все, закончилась активная лыжная часть похода. Мы подошли к асфальтовой дороге. Теперь несколько километров, меньше 5 километров, будем идти до Кузьмияра. И оттуда уже уедем. Дорога до поселка Кузьмияр очень простая. Идти около часа. Машин по дороге практически не встречается. Населенный пункт находится достаточно в глухом месте. К саням мы закрепили лыжи и двинулись к конечной точке похода. 4 дня пролетели быстро. За это время было пройдено 35 километров лесных троп и дорог. Мы покидаем Камско-Бакалдинские болота на какое-то время, но в эти места мы еще обязательно вернемся.
Это мгновенная карма. Андрей посмеялся надо мной. Сейчас сам лежит. Сейчас попьем чайку и будем двигаться навстречу очередной поломке. Ой. Лыжи у нас инвалид, поэтому получается ехать только так.